хорошо прибивает пыль. Мы пользуемся, без него вообще пропали. Особенно сверхактуально, когда срубаешь штукатурку. Старую штукатурку, штукатурка известковая. Поэтому, когда ее срубаешь перфоратором, она моментально превращается в пыль. Просто в пыль. Из этого, то есть один рубит, второй брызгает. Это значит... Постоянно, да. И так более-менее еще сносно можно. Хорошо купили вот такую, да? Да, да. Иначе я брызгала вручную. Руки отваливались. Да. Все мозаики, ни одна мозаика не оторвалась. Ни одна. И вот. Не лопнула. И не лопнула. Давай-ка я зайду покажу. Вот. Вот висит на сетке. Сейчас осталось немножечко, тут некоторые выступают, осталось немножко зачистить аккуратненько за подлицо с торцом портала, и все. Дальше мы доклеиваем здесь вверху немножечко, да, до стены, и поверх, вверху и справа. Сейчас вот до плитки, вот здесь. То есть вот здесь доклеиваем, вот, и доклеиваем вверху. Вот эта часть. Тут полторы мозаики должно быть. И все. Все, можно затирать эту часть. Не ребром, а плоскостью круга. Вот здесь есть узкая полоска напыления алмазного. То есть круг надо располагать, чтобы он еле касался плоскости торца арки, и вращаясь вниз, чтобы круг, если мы будем выберем обратное вращение круга, он от плитки будет откалывать, отрывать куски. А так, вращаясь вниз, аккуратно прижимая его к арке, торец круга, вот эта часть, с этой стороны,
подрезает стеклянную мозаику. Заподлицо. То есть вот, заподлицо. Практически не повреждает торец арки. Нажимать надо очень нежно, практически не нажимая. Просто ведем его все. Вот сейчас у нас она вся подрублена. Очень хорошо, мне прям понравилось. Вот, то есть острых краев нигде нет. Круг за счет своего биения как бы снимает микроосколки с отрезанной кромки. Вот, и она притупляется к чему-то. Вот хорошо. Вот здесь мышка выступает, да? Ну, сейчас вот здесь подрежем. Вот в этом месте. Я даже вижу. Даже я вижу. Экстрим съемка.